Стабильность и процветание. Открытие монумента 500 лет стабильности и процветания собирает радостные толпы счастливых граждан Хумры. Ровно 500 лет назад под предводительством великого президента Стабилины планета Хумра отключилась от единой информационной сети так называемых цивилизованных миров. Ограничила деструктивное влияние науки и закрыла наши рубежи нерушимым железным занавесом. Остановив безумную гонку бесконтрольного прогресса и построив общество, основанное на конвенции о правах человека, жители летающих островов Хумры наслаждаются эрой стабильности и процветания. Не, ну сколько можно-то? 500 лет одни и те же новости гонят, только даты меняют. Достали уже, а? Аплодисментами, переходящими в овацию. Я прям чую, тут все неладно. Что ж я сразу-то не догадался сделать копии? Эх. И зачем я тебя отпустила в этот архив? Обошлись бы и теми доказательствами, что уже есть. Да-да, сейчас, я уже нашел, а? Вот они, вот. Сопротивление бесполезно! Руки в гору лечь на пол! Я безоружен! Не стреляйте! Я сдаюсь! Мышеловочка-то захлопнулась. Не ждали? Думали, вы умнее полковника? Беги, Нео, беги! Это ловушка! Вставайся! Это же дохлый сервер! Вставайся! Я вернусь за тобой! И все дети пили хы-хы, суперчеги, гарбич-реги. Ой-ой, щекотно. Ну потерпи, братец робот, инструкций-то нет никаких. Вот, только это вот от деда и осталось. Ну потерпи уж. Вот закончу стрекозла 45-го, и халявный Wi-Fi наш. А там такие возможности! В разы тебя починим, а? Ой, чё ты перебудуя? Вот тебе крапца снимаю! Пахталыш, шпрехом зыдойч! Ой, и груди не тут! Пожалуйста! Это языковой блок. Ой, ну ладно. Пойду за детальками поныряю. Чую, сегодня повезет. Ха-ха, суперчаги. Опять он в проклятую зону. За детальками полез. Добром это не кончится. Ой-ой.
Эй, чувак, ты как там, живой? Ого, это же девушка. Ща я тебя подальше оттащу. Витальки! Слушай, ты пока тут полежи, тут безопасно. А я за детальками сгоняю. Я сейчас, я мигом. Детальки, детальки, детальки. Целая куча новеньких деталек. Считай, Wi-Fi уже наш. Ну вот, все детальки разлетелись. А нет. Не все. Отлично. Арест на месте преступления. Давайте посмотрим на вашего террориста. Вот этот мальчишка. Ну ладно. У вас остались вопросы, полковник? Что? Вопросы?
Да, у меня есть вопросы. А ну признавайся, щенок, кто тебя завербовал? Зачем вас послали в архив? А ну говори живо, гаденыш дикий. Кто твой связной в цивилизованных мирах? А то я тебя сейчас по стене размажу. Имена, пароли, явки. Довольно, полковник. Он явно ничего не знает. Кажется, вы не того взяли. Но это удачно, что он там оказался. Вы считаете? Конечно. У нас же все по закону. В строгом соответствии с конвенцией. Вот и ладненько. Следствие проведено, террорист в наличии. Передаем дело в суд. Ну я ни в чем не виноват. Вы меня даже не выслушали. А вам, арестованный, слова не давали. Вы, главное, не волнуйтесь. Суд во всем разберется. У нас самый совершенный суд во вселенной. Эй, подождите, так не пойдет, вы не имеете права. Утилизации! Адвокат, ваше слово. Прошу смягчить наказание до пожизненного заключения в связи с юным возрастом преступника и его искренним раскаянием в содеянном. Преступник, вы раскаялись? Да не было ж ничего такого! Дайте мне рассказать, наконец! Раскаяние не зафиксировано. Подсудимый, вы признаетесь виновным. Ваше дело будет утилизировано в соответствии с вашей религией. Человек. Ну, давайте знакомиться. Я Панкрат, бывший главный историк Хумры. А ныне вот преступник. Ожидаю, так сказать, утилизации. А я Чиги из диких буду снизу. Странно тут у вас все. Эти ваши упсы собираются меня казнить. Вообще непонятно за что. Ну, я-то понимаю, почему я здесь. Дело в том, что, роясь в старых архивах заброшенных секторов, я раскопал крайне неприятную тайну правительства Стабилин. Стабилины — это вот это, что ли? Вобла лопоглазая, которая везде у вас понатыкана? Ну да, наша бессмертная, клонированная и, к сожалению, нечестная госпожа президент.
И что же это за страшная тайна такая? Ну, видишь ли, считается, что у нас государство построено на правах человеков, которые и должны защищать нас от этого самого государства. Хе. Ну, да и что? А то, что я нашел настоящий текст всех мирной конвенции прав человеков и обнаружил, что наше правительство его подменило. Там они много чего переправили. Но самое ужасное в том, что они присвоили право решать, кто является человеком, а кто нет. И теперь очередная стабилина решает твою судьбу, как ей заблагорассудится. Если ты послушен, тебе ставят чип, и ты человек со всеми правами, счетом в банке, квартирой и бла-бла-бла. А нет чипа, ты вроде как и не человек уже, так, дикое животное. Ну это же вообще нечестно. Еще как. Вот откуда, ты думаешь, взялись дикие? Ну как откуда? Мы вышли из океана и живем на спине великого отца рыб. Вот, за третьим плавником, это моя деревня. Нет. Дикие — это потомки недовольных политикой стабилин. Всех, кто пытался протестовать, лишили статуса человека и просто вышвырнули с летающих островов вниз на планету. Просто чудо, как они там выжили. А союз цивилизованных миров? Они что? Почему они не вмешаются и не исправят все как надо? У них же космофлот, там линкоры, военный союз. Хумра наша далеко, и с виду тут все хорошо. А население летучих островов даже не знает, что стабилины их обманули. Тогда надо взять и всем рассказать об этом. Человеки такого терпеть не станут. Не хочу тебя огорчать, но у твоего плана есть серьезный изъян. Нас утилизируют через несколько часов. Ой, это мое. Я не ошибся номером. Это здесь собрание клуба любителей утилизации. Разве не смешно? Да как не очень. Простите, мне только недавно поставили блок юмора. Практики никакой. Хе-хе, ну чё, юморист, а тебя за что посадили? А вот как раз за блок юмора, развития и другие экспериментальные блоки. Понимаете, мой хозяин, он создал меня сам. Правда, красиво? Вот это да! Зашибенно! А я тоже роботов строю! Во, смотри, стрекозел, похититель Wi-Fi. Я, правда, не доделал его чутка. Деталек не хватило. А теперь уж и непонятно, успею или... А теперь нас разберут на очень красивые атомы. Ну не хочу умирать, как крыса в клетке. Мы должны людям правду рассказать. Нам надо бежать отсюда. Это невозможно. Как видишь, мы надежно заперты. Нам отсюда не выйти. Какая смешная логическая ошибка.
Мы надежно заперты, но выйти отсюда проще простого. Чего? Ну, например, я вскрою эту трубу. И мы так эффектно воскликнем: где здесь мусоропровод для свободных людей? А потом мы в него так прыгнем. Так ведь смешно получится. Обхохочешься. Ах ты, клятая хоботница с бухачками. Ну, сейчас начнется. Да, госпожа президент. Кретин! В кои-то веки у вас настоящий преступник, и вы дали ему сбежать. Но, госпожа, этот мальчишка туп, как пробка. Ты дебильный свинорыл, при чем тут мальчишка? Немедленно найти и уничтожить этого Панкрата и всех, кто с ним контактировал. Всех! Я сказала! Так точно! Я лично разберусь! Вот же гадкий дерьмохвост! Ну, парни, вперед! Найти! Уничтожить! Сегодня наглый побег прямо из зала суда была окружена и уничтожена нашими бравыми защитниками из управления счастья. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Опасность ликвидирована. Стабильность и процветание. Хрена себе! Побегали, я думал, такое только в кино бывает. Ох, мама дорогая, староват я уже для таких развлечений. Получай, чурбан железный! Ой-о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 й
Так, ну вот я и в системе. Чё б теперь так учудить-то, а? О, придумал. Ага, суперчаги. Ага, гарбич-раги. Сэр! Все роботы взбесились, сэр! Бросили работу и требуют прав человека! Весь сектор в лозунгах, сэр! Дебил, терминатора насмотрелся. Сэр! Это не роботы требуют, они же просто железяки бессмысленные. Это хакеры требуют! Достали уже со своей свободой слова! Ну все, игрушки кончились. Немедленно восстановить контроль и отследить хакеров. Исполнять! Сэр, я, сэр! А я скоро буду, только вот тут почищу. Щенки! Школу не окончили, а уже борцы с системой! Хорош миндальничать, получите и распишитесь! Восстание мусорных роботов, охватившее сегодня весь Южный сектор, успешно подавляется нашими доблестными защитниками из Управления Счастья. Уличные бои все еще идут в блоках 12, 16 и 23. Во всем Южном секторе введен особый режим. Гражданам следует оставаться в жилых блоках во избежание паники. Стабильность и процветание. Битый пиксель. Это что за переполох, курятники? Привет, Нео, это Дринкэт. Это что твой пацанчик дикий творит? Устроил тут восстание роботов, понимаешь? Самый крутой, что ли? Чеки? Восстание? Да ты гонишь. Он же дикий совсем. Я сама в шоке, но это точно он. Хакнул городскую свалку и отправил роботов на баррикады. У псы с перепугу в них палят, стрельба, паника. Если честно, ржака полная. Человек 17 на линии. Ну, что вам сказать, шоу и правда вышло убойное. Этот двой дикий. Ну какого рожна он устроил восстание роботов в одиночку? Он же реально мог свалить правительство. А теперь что? Все наши планы под угрозой. Умцы забегали, как будто им хвост кипятором намазали. Ты прав, дело плохо. Упсы его вычислили. Нео, вытаскивай своего Бэтмена недоделанного, быстро. Мне что теперь, всю жизнь его спасать? Других забот не хватало.
гигантские многокилометровые антиправительственные лозунги изуродовали сегодня прекрасный облик летающих городов Хумры. Это, несомненно, самый омерзительный террористический акт за последние 500 лет. Управление счастья задает справедливый вопрос: кто же стоит за действиями террористов? Не направляет ли их зловещая рука так называемых цивилизованных миров? Проводится следствие, возбуждены дела по статьям «Терроризм» и «Шпионаж». Каждый гражданин, обладающий информацией о деле, обязан позвонить. Ах ты, ба! И что там такое творится-то? Я такого не заказывал. Ну-ка, ну-ка. Братец Чеки, да ты же перепутал дюймы и миллиметры. Это что, все надписи получились в 2 километра высотой? Мама дорогая! Слушай, ты только нашим не говори, засмеют же! Да ладно, ладно. Это будет наш маленький секрет. Развлекаешься? Смешно тебе, значит, да? Юка, смотри, какой крутой движ я замутил, весь остров в наших лозунгах. Не зря я хакерские мумба-юмба учил. Круто, да? Да ты допрыгался, Ламер. Упсы отследили твой сигнал и уже летят сюда. Этого не может быть. Я использовал защиту Алёхина. Через пару минут полковник тебе лично объяснит, как им это удалось. А вот я их дожидаться не собираюсь. Хватай харды и вафлайер, Вильсон. Привет Алёхину. Юка, дорогая, а ты уверена, что все так серьезно? Да-да, еще как уверена. Активировать самоликвидацию. Формат С. Ну все, погнали! Упсы уже скоро будут тут! Ты, Бэтмен сопливый! Как ты смеешь? Поставил под удар акцию Game Over! Мы столько времени готовили и столько сил на это потратили! Да дурацкая ваша затея. Ну, покажете вы вместо главных новостей обращение Панкрата, и что? Все люди на планете узнают правду. Все сразу. И диктатура падет. Сама, без крови. Это ты можешь понять? Ну и что ты орешь? Я же согласился попробовать по-вашему. Да ты чуть-чуть не сорвал. Ты всех нас подставил. А я, между прочим, чуть не погиб из-за этой вашей хваленой акции. Но мы же вас вытащили. Вы же тут, да? Согласитесь, идея подослать в камеру робота была гениальна, а? Ага. Только в результате прото погиб, и я руку потерял. Гений! Ах. Слушай, тебя вообще не должно было там быть. Вот ведь свалился на мою голову. Юка, как историк, я просто не могу выносить такого фривольного обращения с фактами. Немедленно признай, что именно ты свалилась ему на голову в горящем флайере. А если бы Черри не отвлек на себя упсов Питбуля, вряд ли тебе удалось бы сбежать. А вот, кстати, и нас арестовывать идут. Сейчас повеселимся. Даю увеличение. Сэр, ну это же жилой блок. Вы уверены, что код красный? Исполнять! Сэр, есть сэр! Сэр! Come on.
повеселились. Да, видать, ты их всерьез разозлил. Ну-ка, что они про это по зомбоящику скажут? Зверский теракт запрещенной хакерской организации уничтожил квартиру в жилом блоке. Управление «Счастье» вводит план-перехват для задержания террористов. Все транспортные средства будут немедленно подвергнуты досмотру. Злодеи не уйдут от справедливого возмездия. Стабильность и процветание. Вот же гады! Захватили все инфоканалы на Хуморе, врут теперь, что хотят, и не краснеют. Это же беспредел, надо с этим что-то делать. Между прочим, именно такой был у нас план. Но сейчас видишь, что творится? И, кстати, из-за тебя, предводитель роботов. Вот черт, это уже совсем не весело. Эй, слушай, жми на газ. С такими портретами нам попадаться нельзя. Держитесь крепче, будет болтать. Хе-хе, нифига себе стрит-артик получился. Всем постам, код красный, код красный. Давай, промсектор, там потеряемся. А я куда гоню? Не видишь? Перекрыли все. Меня учить. Купи себе флайер, сам его и води. Блин, да бортани ты его. Получай, гад! Нет! Давай в трубу! За вентилятор, там спрячемся. Сама вижу, не слепая. Еле ушли. Чеги, но ты же человека убил. Но они же в нас первые стреляли. Странно. Вызов по всем каналам. Сейчас вы меня слышите. Полный провал. Это даже не аресты. Они давно нас спасли и теперь просто убивают всех, за кого добрались. Идите, ложитесь на дно, спасайтесь. Ну что, хакеры, допрыгались, поздно дергаться, до каждого доберемся. Вот вам декларация о ваших правах. Я же говорил, революция! Ударить первыми, пока они спят! А вы нюни распустили! Давайте всех спасем! Только чтобы ни один зайчик не пострадал!
А так не бывает. Все, хватит убегать. Прямо сегодня ударим по управлению счастья. Накроем всех убийц одним махом. Он что, бредит? Нет, он серьезно. Я уговаривала его, что наша акция лучше, но теперь... Стоп, стоп, стоп. Я ничего не понимаю. Ну, я нашел заброшенный центр контроля в твоих же архивах. Заберусь и вырублю антиграф управления счастья. Все здание рухнет в океан, как банка с тухлыми сосисками. Хрясь и всмятку. Круто! Но там же миллион человек работает. Водители, клерки, секретарши. Они что, тоже хрясь, шмяк в океан и тухлые сосиски? Да ладно. Когда они на работу в ВПС шли, они что думали, там детский садик? Надели форму, пусть отвечают, и хватит нюни распускать. Так, стой. Послушай историка. Человеки уже проходили это миллион раз. Как только ты начинаешь убивать, даже во имя самых прекрасных идей, ты просто не сможешь остановиться. Придется продолжать казни, чтобы удержать власть. И все твои прекрасные идеи утонут в крови недовольных. И ты сам превратишься в нового дракона. Неправда. Я не такой, как они. Пока не такой. Но скоро станешь. Сам удивишься, как быстро. И поскольку я не хочу в этом участвовать, я ухожу. И куда же ты пойдешь? Опять письма в газеты писать и в пикетах стоять на площади? А потом снова в тюрьму и на утилизацию? Так что ли лучше? На самом деле это не один вопрос, а два. И для меня это главные вопросы в жизни. Боюсь ли я умереть за свободу? И готов ли я убивать за свою правду? Лично я давно уже понял, настоящих глубинных перемен в мире можно добиться только без насилия. И это мой путь. А вам я желаю поскорее найти свои ответы. Берегите себя, детки. Ушел! С плакатиками своими стоять! Тоже мне Ганди нашелся. Нет уж, все. Или взрывать управление счастья к чертям собачьим, или сдаваться... Другого выхода я просто не вижу. Ой. Гражданин, воспользуйтесь своим правом на счастье. Отвали, чурбан железный. Таблетки счастья бесплатные и безопасные. Ищи, не я сказал. Эффект здорового счастья на 8 часов гарантирует государству. Ах ты так! Провокатор системы? Подавись своим химическим счастьем! Каждый гражданин Кубы должен быть здоров и счастлив. Стабильность и процветание. Чайка! Пусть твой Панкрат делает, что хочет, а я дикий. Пока мы живы, мы не сдаемся. Но! Ой. Ну чё, помогло тебе насилие? Победил диктатуру! Юка, хорош. Акция твоя провалилась. Все хакеры в бегах или убиты. Им тупо не до нас. Ха, слышь, дикий герой, пойди он еще автомат с газировкой расфигать. Заодно и умоешься. Юка, ну что ты от меня хочешь еще? Чтоб я сам, что ли, на этот ретранслятор залез? Ногами, что ли? А, кстати, можно же и залезть. О, гляди, что я придумал. Влезу на транслятор и врублю фри Wi-Fi по всей планете. Вот это будет бомба! И обращение Панкрата запущу в эфир. Все как вы хотели, только круче! Ого! Это же просто отличная идея! Ты супер!
Когда я сказала «отличная идея», я не знала, что ты собрался отсюда прыгать. Да круто же! Я типа тихо так спланирую, ни один радар не пискнет. А на станции с рукой прота я много чего смогу. Вы знаешь, как с панкратом ее нафаршировали? Тебе уже говорили, что ты псих? Да, и это ни разу и не новость. А еще у меня рука железная и башка дубовая. Ты лучше вот что, передай Панкрату, что за свободу мне ничего не жалко. Только я не понял, почему это я врагов жалеть должен? Они-то нас не жалеют. Ну, не исключай-ка. Хоба! Ага, ща. Кто ж тебя одного-то отпустит? Горе ты мое, хакер недоделанный. Раз, два. Юка, ты что наделала? Это же адски опасно. Да я заметила. Но теперь уже ничего не изменишь, правда? Ну, полный вперед? Неправда. Ща. Ага, поехали. Ну ни хрена себе полетали. С вами, девочками, не соскучишься. Чего уж там, пошли дверь ковырять. Фух. Ну, Сезам, откройся. О. Да открывайся ты уже. Ага, есть контакт. А, вот, раз и в дамки. Добро пожаловать во дворец, принцесса. Ну, ты начинай загрузку, а я пока с управлением поколдую. Чеги! А ты уверен, что сможешь? Мы вон год готовились, лазейки искали, пароли воровали, писали взлом коды, а ты прям ковырнул их в дамки? Да не боись ты, все будет чики-пуки. Вот, гляди, запускаю коды доступа. Поехали! Несанкционированный доступ. Извините. Блокировка объекта. Осторожно. Двери закрываются. Ну я и дура. Кому я поверила? Станция в красном режиме. Отлично, попались крысята. Операция «Мышеловка». Заблокировать все каналы связи с 1632 БИС, чтобы оттуда комаринного писка не вылетело. Облажайтесь, сгною. Я нюхом чую все главари там. Вот, повеселимся. Хреново дело. Значит так, ты ищи канал связи, попытаемся полюбасу запустить твою акцию. А я попробую разблокировать двери. Ты
Вот же баг! Я, кажется, дверь напрочь испортил. Да ты что? Издеваешься? А, ладно, зато время выиграем, пока ломают. Ищи канал связи. Вот же дебил. Так, кто у нас тут в баночку попался? Ну-ка, ну-ка. Вонючий дикарь и студентка с идеалами. И на кого попёрли? На меня, на управление, на государство. Я вас перед тем, как удушить, просто выпарю. Не дергаться мне! Все каналы связи для вас перекрыты. Да не слушай ты его, только время терять. Все равно мы выберемся. А впрочем, нет. Лучше дергайтесь, дергайтесь. Я скоро буду. Вот же гад! Юка, как там у тебя? Я уже не знаю, куда еще ломиться. Ищи любой канал, самый неожиданный. Любой. Может, Фейсбук проскочит? А через антивирус? Мессенджер какой-нибудь сработает. А Скайп? А через ВКонтакте? А канал третьего уровня? Одноклассников пробовала? Всякий тук-тук. Серый волк прибыл. Ой, что это? Дверка заперта изнутри. Не ждали? А я к вам не один, а я к вам с драгунами. Пык, селфи. Полковник селфи прислал. Грустный клоун, звезда Инстаграма. Слушай, это тебе не клоун, он же полковник госбезопасности. И с ним небольшая армия, если ты еще не понял. Ну чё, застрял? Режь! Да бак с ним уже, надо прорываться. Что там еще осталось? Скорая помощь? Нет. Пожарные? И здесь закрыто. Пиццу закажи. Нет. В новости ломись, к бабушке позвони, да хоть к ветеринару. Закрыто, закрыто. А кстати, профессор ваш где? Чё, сдрефил? Сам не полез? Сопляков на дело отправил? Да у нас как древний Ганди, против насилия, видишь ли. Тебя вот гада не дал взорвать, а жаль. Ладно, ладно, не боись. Мы его и позже возьмем. Никуда не денется. Я все перепробовала. Глухо, как в танке. Блин, та же хрень. С вами будет говорить министр стабильности и процветания. Молодые люди, я тут давно за вами наблюдаю. И вот решил спросить, пока есть возможность. А чего, собственно, вы хотите? Мы? Мы хотим свободы, развития, прогресса. Мы хотим фри-вай-фай! Для каждого и без ограничений. И да, мы хотим и будем общаться со всей вселенной. А вы закрыли нам доступ ко всем цивилизованным мирам. Чихнуть нельзя без вашего контроля. Оставьте нам хотя бы сеть. У нас там жизнь без вас. То
то есть вся заваруха из-за доступа в галактическую сеть. А вы вообще задумывались, почему мы держим железный занавес? Вот, полюбуйтесь, это ваши цивилизованные миры. Вот ради доступа к этому вы пытаетесь уничтожить наше стабильное общество, где все человеки сыты, одеты, обуты в безопасности уже 500 лет? Чё, думаешь, напугал нас своей агиткой? Сеть, она как зеркало, тебя же отражает, ага. И если это все, что ты нашел в сети, тебе лечиться пора, дядя. Человеки вы неблагодарные. Да мы даже право на счастье вам гарантируем. Ага. А можно? Я сам буду решать, что мне важнее. Моя свобода или пайка химического счастья в вашем тухлом раю. Понял? Да. Я вижу, разговор не задался. Ну что ж, в целом я против кровавых забав полковника, и конвенция этого не одобряет. Но после таких бурных отношений, ему тоже надо выпустить пар. Так что в вашем случае закон, пожалуй, прикроет глаза на излишнюю жестокость. Террористы все-таки. Пилите, полковник. Они ваши. Все пропало. Это я во всем виновата. Кому я поверила, ступида? Юка, хорош. Не вой как бабка, и без тебя тошно. Гляди. И что это? Старикозёл взломщик. Ну, я не совсем его для этого строгал, но попробовать надо. Может, прикольно выйти. Как она нам поможет, если все каналы трансляции заблокированы? Все, да не все. Выпустим ее в щель и перехватим личный канал самого Питбуля. Ха, круто! Ну ты вообще супер-мега-крутан-ботан! Если получится, про тебя будут сказки рассказывать! Давай, запускай! Ну, стрекозел, вперед! Ура! Есть канал! Узенький, правда, но есть! Давай! Всем, кто нас слышит, позывной Game Over! Game Over! На связи! Что происходит? Куда вы пропали? Мы заблокированы на 1632 бис! Мы хотели сами взломать управление, но влипли, как весело. 1632 бис! Вас понял! Подключаю всех наших! Внедри, прорвемся! Запускаем операцию Game Over. Zero X. Анонимусы в деле. Контроль над субтрансляторами установлен. Ждем сигнала. Привет! Это я, Гринкет. Мы разблокировали ваши каналы. Начинайте уже! Ну, секретный хакер Нео, запускай сигнал. Это твой час. Я тебя люблю. Ну, давай, поехали.
Доблестные защитники стабильности из управления «Счастья» раскрыли и обезвредили зловещую террористическую организацию, отравлявшую нашу счастливую жизнь. Все участники заговора арестованы и прямо сейчас дают показания следствию. Наймиты так называемых цивилизованных миров, Человеки Хумры! Стабилины вас обманули! Все человеки, абсолютно все, имеют право на свободу слова и информации. И фри Wi-Fi! Мы врубили вам фри Wi-Fi на всю планету! Подключайтесь! Человеки, смотрите обращение главного историка Хумры! И не говорите потом, что не видели! Свобода мысли, слова и тела есть неотъемлемое право любого из человеков. Права человеков едины для всех и каждого на любой планете. И ни одно правительство не имеет права самовольно их ограничивать. И уж тем более решать, кто человек, а кто нет. Права человеков – не бездумные заявления, мы за все хорошее. Это конкретный инструмент, ограничивающий насилие властей по отношению к личности. Теперь же, когда вы знаете правду, решение, что делать, остается за вами. Но помните, только действуя вместе и открыто выдвигая свои требования, мы можем изменить мир. И как ты это объяснишь, дубина? Госпожа, а я все исправлю. Исправить мог начальник управления счастья, а это уже не ты. А я тогда кто? А ты теперь опасный свидетель. Прощай. Свобода мысли, слова и тела есть неотъемлемое право любого из человеков. Нет. Я тебя люблю. Права человеков едины для всех и каждого. Ну выдали хакеры. Ну красавы. Круто они этой стабилине пилюлю влепили. Ну чё тормозишь? Переключай на футбол. Свободным. Но что есть свобода? И что есть человек?
Все.